наш Иисус Христос, Ты наполнил наши сердца благодарностью за Твою безмерную милость к нам. Мы снова собрались, Господи, изучить Слово Твое Святое, познать волю Твою. Господи, помоги нам ее исполнить теперь. И не лишиться небесного Твоего Царствия, Господи. Будь милостив к нам, благослови этот час. Да будет слава Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Евангелие от Луки, 21 глава, 28, 33 стихи. Когда же начнется это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля приедут, но слова мои не приедут. Толкование. Как первое пришествие Господа было для воссоздания, возрождения душ наших, так второе будет для возрождения наших тел. Поскольку души умерли прежде, через преслушание, а тела самым телом подверглись смерти спустя 900 лет после преслушания, то и возрождаются они и улучшаются последовательно. Души через первое пришествие, а тело через второе. Поэтому и Господь говорит, когда это начнет сбываться, вы, оттекченные тлением, восклонитесь и пользуйтесь свободой. Восклонитесь и пользуйтесь свободой, ибо настанет искупление ваше, то есть совершенное освобождение обоих, то есть души и тела. Предлог, кажется, именно указывает на совершенное избавление от тления, каковое получит тогда тело, по благодати Господа, упраздняющего последнего врага, смерть. 1 Коринфянам 15 глава. Ибо Он упразднил начало и власти и искупил душу. Оставалась еще смерть, которая питалась нашими телами. Упразднение оной будет причиной нашей свободы и искупления. При исполнении сего Царствие Божие тотчас настанет. Как смоковница, когда на ней распускаются листья, указывает на приближение лета, так и появление сих знамений и преобразование вселенной служит признаком того, что наступает лето, то есть Царствие Божие, для праведников, наступающее именно как лето после зимы и бури. Между тем, для грешников тогда настанет зима и буря, ибо они настоящий век считают летом, а будущий для них буря. Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все это будет. Родом называют не тех, кои тогда жили, но все поколения верующих, ибо Писание называет иногда родом и тех, кои сходны в нравах, например, таков род ищущих его, Псалом 23:6. Поскольку он сказал, что имеют быть смятения и войны, и перемены, как в стихиях, так и в самых предметах, то чтобы кто ни пришел к мысли, не рушится ли когда-нибудь и христианство, он говорит, нет, род сей, то есть род христиан, никогда не приедет. Небо и земля изменятся, а слова мои и Евангелие мое не рушатся, а пребудут навсегда, хотя бы и все поколебалось, и вера в меня не оскудеет. Отсюда видно также, что церковь он предпочитает всей твари, ибо тварь изменится, а из церкви верных, ровно и из его слов и Евангелия, ничто не погибнет. Вопросы, почему вы задаете? Он руку поднял, Сергей. Как вот это место сочетается с местом Царствия Божия внутри вас есть? Это еще сказано было давно, и сказано о внутреннем Царстве Божьем человека. А здесь говорится о внешних признаках, то есть войны, катаклизмы, влады, моры, и говорится о втором пришествии. И вот Царствие Божие сравнивается здесь со вторым пришествием. Мне бы хотелось вопрос задать в контексте Царствия Божия, которое при жизни,
котором говорил Христос, что оно внутри вас уже есть сейчас. В чем отличие этих двух царств Божьих и Небесных? И что это за царство, которое внутри нас уже сейчас есть, и чем оно отличается от того царства, которое будет, ну, по воскресению тела? Это понятно, что этим оно и отличается, но однако. Ну все. Богомудрые мужи, отвечайте. Но Царство Божие, это говорится внутри вас, когда тебе царствует Дух Божий. То есть ты проникся именно учением Его заповедей и именно исполнением воли Божией. Вот это Царство Божие внутри вас. Ты живешь Христом. Как апостол Павел говорит, уже не я живу, но Христос Он живет. Царство Божие внутри вас. А Царство Божие, тут вот, что близко Царство Божие, это как, когда воцарится Христос уже после второго пришествия. Вот так он. Это и действительно. То есть первая, это как бы начальная стадия этого всеобщего завтра. Да. И не участвующий в воскресении первом, он во втором участия не будет. Конечно. То есть нужно при жизни родиться свыше, да, принять Христа в свое сердце, потом у тебя есть надежда уже со всеми, со святыми в покоении славить Христа. Ну а что касается гладов, моров, если ты принял Христа в свое сердце, в Царстве Божьем твое уже как бы оно наступило, ты чувствуешь, что ты руководил Духом Святым. И видишь, что глады, моры, катаклизмы, сейчас мы телевизор включаем, даже передача какая вот эта работа, что боль земли, где со всего мира ежемесячно собирают. Да, где всех катастроф всего мира собирает, и волей-неволей начинаешь понимать, что конец. Ну, да. Конец всему. Вот. И этот конец-то верующий должен утешать, что конец злодейству настанет, а не конец христианству. Христианству не будет никогда конца. Да. То есть Евангелие не придет, Христос воцарится и будет царствовать с нами вовек. Он говорит, не придет род сей, как все это будет. То есть не пройдет христианский род, все равно останутся. Несмотря на гонения, значит, верные Христос останутся. Мы ждем царя, как в молитве «Отче наш», да приидет Царствие Твое, то есть мы его желаем, а не отодвигаем, не прячемся там от Антихриста по каким-то там вот деревням. И даже не мать на земля приедет, но слова мы не приедем, сказал Христос, так и не есть. Ибо еще в Царство Божие внутри вас это как? Если говорит апостол Павел, если вы Духом живете, то по Духу поступать должны. То есть если мы действительно веруем словам Божьим и Духом Божьим живем, что значит Духом живем? Духом Христовым, Духом Божиим, тем Духом, которого мы научаемся от Него. Поэтому истина, заключается в том, что мы Духом живем, когда исполняем волю Божию. Вот эта воля Божия, она должна превалировать над нашей волей. Ну, мы всегда читаем, и Отче наш тоже, да будет воля Твоя, а не наша. Ну, давайте чем? Когда Христу подошли, как придет? Он говорит, не придет приметным образом. Это первое. А почему? Земное царство устанавливается приметным образом. Революция. Или пришел хороший какой-то реформатор, как в Испании. Нищета. Не знает, как жить дальше. После войны. И один там министр такой оказался, совсем непригодный как бы внешне. Поставили министра туризма. Что он там разовел-то? А он развил. Отремонтировали старое здание, древности, народ со всех сторон поехали, и он наполнил казну государства, и везде поднялось и сельское хозяйство, и промышленность. Совершенно необычно. И до него этого никто не делал. Это означает накорми. А вот Христос говорит, Царствие Божие, это не пища и питье. У людей именно как? Сытые. Люди, что были довольны,
от каждого по способности, каждому по потребности, коммунизм, царство. Христос пресек это. Нет. Царствие Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Праведность. Кто об этой праведности заботится? Какой правитель? Покажи. Да путем неправды пробился туда. Путем продажности, лоббировал чужие интересы, ему взятки давали, коррупция. Там в офшорных предприятиях везде за рубежом вкладывали свои капиталы. Праведность. Все, мимо. Мир. А мира-то и нет, он все время дрожит. Это у Шукшина как раз записывается, он, у него племянник уверовал, а дядя в краевой администрации сидит. Ну, а ты глупостями, Бог, какой Бог? Я Бог сам для себя. Так ты еще не молишь, а что молиться-то? Надо уметь шуры-муры. Ну ладно, в это время ему с этой, там внизу-то стоит, который дежурит-то, и говорит, а ВХС приехали. Это проверка-то, он, Господи, пронеси мимо. Ту же минуту перекрестился и только пронеси мимо. У него везде, где не хватит, там он брал, взял, воровал. Откуда это? В одну ночь. Березовский, Борис Абрамович. Я, говорит, проснулся утром. Чертежи. На доске чертил там домики. Но в Америке решили все евреям отдать. Весь Советский Союз отдали в Израиле. Я, говорит, встал, глянул в окно. Стоит там 2800 грузовиков, все мои. В одну ночь. Так не бывает. Приехал барабан, что у него было? Дальше коробка вторая. Сохранил теленка третья. Передает дед. И так постепенно наращивает. А в один день богатый только своровал. Или нашел какой-то автомобиль золотом зарытый. Праведность, мир. А это так, до смерти человек, говорит, совершивший убийство, до смерти будет бегать. Он такой, куда в милицию? Уже не за мной. У него мира нет в душе. А тот, который свободен, здоровый, все ему нужды нет. Это просто надо увидеть, как они себя ведут. Мне Бог позволил иногда видеть. Вот он, атташе России и Йемен. Ну, атташе это вообще где-то. Что он там сделал, не знаю. Кстати, сидел в соседней камере с нами. В следующий день приходит, он говорит, весь в звездке. Повесился. Вроде повесился или не повесил. Все кончилось. Так у него какие? Полковник. Там у него чего только не было. Суда-то еще не было. Повесился, я слишком много знал. 17 мгновений весны кто написал? Сценарий кто написал? По какой книге? Ну, вспомните, что они не знают. 17 мгновений весны там Вячеслав играет Тихонов. Тихонова знает. Семенов. Внезапно погибает. А почему? Слишком много знал. Он лично встречался с Отто Корцени, самым главным террористом у Гитлера. Когда Муссолини освободил и готовили его, чтобы Сталина убил, но он отказался. Все, он знал. И знал, и мог этим воспользоваться. Березовский в Англии. Любыми путями я добьюсь, чтобы Путина сместили. Полтора месяца его нету. Повесился. Чего бы он вешался-то? Миллиарды у него, 20 любовниц, он бы вешался. Я еще раз напоминаю, кто Путина касался, никого нету. Немцов, Петров, генерал был, Левашов, главный колдун. Все до одного, даже Новогорская и так подкоснулась. На ноге болячка взяли в больницу, уже не вышло. В его руках, какое отношение он имеет, я не знаю, но я считаю, газеты и вижу. Итак, Царствие Божие – это мир. А мира там нет. Не думаешь, что правитель вот сделал что-то не так и лег спать. Нет, он думает, они разоблачают, не узнают ли. А как это убрать? Кто помогал, это главный свидетель. В случае чего он его первым убирает. Он знал, он все может показать. Кто стрелял в Кеннеди? А кто Руби? Руби, знаете, застрелил Освальда, Освальда. И тут же на следующий день и Руби застрелили. Круг замкнулся. Мир, а тут мира нету, кровь. И радость во Святом Духе. А это они во сне не видали. В Духе Святом радость. Беден ли он, богат, он непрерывно радуется. Господи. Он все, что видит, благодарит за все. Как прекрасно сотворил этот мир. Сколько всякой радости. Вот я сейчас поехал, там, где у нас две пасеки были, а между ними вход, где малина была. И была малина здесь у нас. Ну, там, как я понял, одна старообрядка ходит. Она меня увидела, пригнулась, и между кустами, ну, правильно, чтобы не спущать меня.
А малины вступить негде. Я все, встал только, поблагодарил Бога и пошел. Куда ты его? Надо идти брать. Только поехал на Годогородский свой, там та же история. И то, и везде. Господи, за что? Как велика милость Твоя. У него всегда праведность, мир во Святом Духе и радость во Святом Духе. Радость. Там-то где-то что-то, и он знает, концовка будет так, как Бог назначил. Это Бог заботится, Бог дает урожай, дает не урожай. Все от Бога. Иосиф это видел во сне. Какие коровы, какие сажали? От Бога. А здесь, когда говорит он, показывает, почему дерево смоковницы и другие деревья. А почему смоковница выделена? Тебе мысль такая не приходит даже? Смоковница – это Израиль. В 1948 году образовано государство. 2000 лет не было государства, и вдруг выходит. Такого в мировой истории никогда не было. Это никому не удастся. За 2000 лет все рассеялись, никого нету. Русские в эмиграции оказались там до 5 миллионов. Прошло два поколения неполных, и осталось не больше, говорит, 200 тысяч. За католика вышла замуж, а католичная. Если он точно так же. Поехали во Францию, поехали в Германию, везде. Все порастеряли. А еврей не порастерял, он остался евреем. В Освенциме мальчишка маленький показывает. И у него лоток уже пошел, конфетками торгует их. Завтра всех в печь затолкают, но сегодня он, ему лет 9, он идет и торгует. Вот надо научиться видеть главное для Бога, ты проповедуй. Есть люди, которые, когда тонул Титаник, они вывели, выходили и проповедовали, покайтесь, грешники, корабль идет ко дну, держаться больше не за что. Прямо имя его называется, которое людям, он тысяч, там погибло-то 1700, сколько? И он дал им возможность, которые погибли, примириться с Богом в последний момент. Израиль восстал. И что? Ничего. Это должно было быть. Смоковница расцвела. Вот теперь, если ты знаешь, и ты понимаешь, смоковница пустила листья. Ты знаешь, Израиль занимает место, вот это в черточку, вот это Израиль. А вот это мусульманский мир. В 500 раз больше. Слышишь, нет? В 500 раз больше. Сколько вы начинали? Все разбиты в дребезги. Ну, один и 500 счет равен. Да тебя шапками закидают. Ничего не сделать. Бог. Смоковница расцвела. Другие народы получают независимость, расцветают. Но мы видим, как это. Если Куба, там другие поднялись. И Йемен, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты. И смотри, какое богатство. Нефть раскопали. У нас машину какую-то, о том... Он зашел, вот эта машина у меня в понедельник, езжу, вот вторник, пятница, суббота, все машины стоят, по каким мне. И все самые лучшие марки. А отдельно вот это, пять машин, это у меня гоночные. Он не знает, что. Показывает, какой туалет они сделали в Дубаи. У нас ни одного храма такого нет. Заранее нужно разуться, как идти, какое оформление. Это даже это не шок. Почему? Все золотое. Нефть. Лови. А то деревья расцветают. Вот тогда это делается понятным. И деревья это люди и государство. А надо это знать. Он тут прямо говорится, смотри на это. Если не знаешь, ты не поймешь, о чем речь идет. Но тут-то главное, чтобы в вас был Дух Святой. Это никому не поможет. Деревья расцветают, а вы знаете, какого отношения к деревьям не имеете. Приблизилось при дверях. Лето вот-вот уже наступит. А лето – это Царство Небесное, где ни скорби, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Если ты это веришь, все, 21 глава вся раскрылась. И 20 глава повторяется 24 Матфея. Господь укоряет, вы смотрите на погоду. Красно, погрово, там завтра дождь будет-то. Как же вы на события мира-то не смотрите, не знаете? А ты глянь, маленько, это что? И вот верующий, когда это считает, он идет по мировой истории и говорит, да, так. Дочитал, да, так. Когда царь Николай сидел уже здесь в Тобольске, арестованный, и читал протоколы сионских мудрецов и говорил, да, так все идет. Уже перед смертью он увидел, что исполняется. А до этого не видел, я солдат до гробовой доски. Вот тебе гробовая доска.
не солдат ты должен быть, а воин Иисуса Христа. Ты настрой себя на это. И в каждом движении природы, ветер, ты будешь вспоминать, да, сеющий ветер пожнет бурю. Как это здорово. А сеет разве можно ветер? Ну, события, которые волнуют людей, приводят. Когда арестовали Ежова, Ежовшина, там сколько было, расстреливали. Наконец, Николая Ивановича самого арестовали. И он сидит и говорит, есть Бог. Я все делал, как Сталин говорил, а теперь я вот здесь сижу. О том я забыл. Вот и все. Никого не щадил. Они большого роста были, у нас даже не знаю таких. Ну, может, не знаю, 1,52 м, что ли, там вышел рукомойника на одну фуражку. И у которой был, женщина его созвала воробушком. И ее предал, посадил. Которая привещала гостей, она хозяйка. А теперь, когда уже расстрел, тут начал ползать в ногах, его там каждый воин, каждый охранник старался пнуть, ударить, и стреляли, решето делали. Настолько он ненавистный всем был. А вчера только показано идет вместе со Сталином, шагает вот такой карапет. И Сталин тогда был 1,65 м, что ли. И ты, когда это все знаешь, ты понимаешь, насколько все шаткое. Держись за Господа. Мне говорят корреспонденты там разные. Знаете, ваша версия оказалась верной. Когда еще были коммунисты, а я говорил о Боге, о крещении, как правильно. Вот все по-вашему пошло. Я говорю, это не версия, это предсказанная Христом версия. Вот и считай теперь. И всегда теперь на смоковницу гляди с благоговением. ...34-36 стихи. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались обидением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте, на всякое время молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого. Толкование. Но против всех бед есть сильное и противодействующее средство, тире молитва и внимательность к себе. Ибо всегдашняя готовность и ожидание кончины может все это победить. А она будет у вас под тем условием, если вы будете бодрствовать, и сердца ваши не будут оттягчаемы обидениями, пьянством и заботами житейскими. Ибо день тот не придет с наблюдением, но неожиданно, тайно, как сеть, захватывающая невнимательных к себе. День он и захватит сетью тех, кои ведут жизнь беззаботную и праздную, ибо они именно суть сидящие, и они попадаются в сеть. Но кто деятелен и трудолюбив, бодр на совершение добра и всегда стремится к добру, не сидит и не успокаивается земными предметами, но возбуждает себя и говорит себе: «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя». Михея 2.10. «И желает лучшего Отечества, для того день онный не есть сеть и беда, но как бы праздник. Поэтому нужно бодрствовать и молиться Богу, чтобы нам можно было избежать всех будущих бедствий». Каких же? Быть может, во-первых, голода и мора и прочих, которые избранных не так будут тяготить, как прочих, а напротив, избранных-то ради сократиться и для прочих. Может быть, во-вторых, тех, которые навеки наступят для грешников, ибо мы не можем избежать он их иначе, как только бдением и молитвой. Поскольку же для великодушных недостаточно избежать озлобления, но им нужно еще получить благо какое-нибудь, то, сказав, чтобы вы могли избежать всех будущих бедствий, Господь присовокупил и предстать пред Сына Человеческого, в чем и состоит наслаждение благами. Ибо христианину должно не только избегать зол, но и стараться получить славу. А то, чтоб сеять пред Сыном Человеческим и Богом нашим, и стоять, а то, чтоб стоять пред Сыном Человеческим и Богом нашим, есть ангельское достоинство, ибо сказано: «Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца моего». Матфея 18:10. И опять же, на первом месте обвинение,
пьянство, заботы житейские. Опубликовали сейчас таблицу в интернете. Люди, которые имеют излишний вес или ожиревшие, на первом месте по этой беде Алтайский край. Никогда этого не думал. Что? Жирных, животы прощупайте свои. Если вот так согнуть, склад мозга должен быть не толще 12 миллиметров. Все. Алтай самые жирные люди в стране, в Алтайском крае. Сразу за губами зашевелили. И за стола она пораньше вылазит. Ну, гость широкая, я говорю, рот широкий. Начинают, у меня диабет, я говорю, иди, греческий означает два обеда, вот и тебе весь ответ. Никак не думал. Алтай занимает первое место по абортам в стране. По абортам, сколько они делают. По коррупции, и кажется, самая низкая зарплата. Алтайский край сильно выделяется. Нам так повезло. Средняя зарплата тут, кажется, 10 тысяч, а в Москве там 45. Ну, никак. У нас это вот, даже знаешь, это. У него лицо, что да, дальше с мамки, наверное, как вот под копирку. Да, можно сегодня. Так, здесь, конечно, касается, опять же, бьет по-житейскому. А люди что, ну как едят, да как что? Да удовольствуйся малым. Правильнее удовольствуйся малым. Один себе поставил задачу, сухарей туда наложит, и сколько кулак захватит. Это горлышко узкое. Первое время, я, говорит, хватал полным кулаком, а вытащить-то никак нельзя. Только вот так руку сделать, пальцы-то, чтобы вытянуть оттуда. Едва-едва, говорит, ну, всяко придумывали как. Но обезьян как ловят? Кувшин, его привязывают к дереву, туда орехи кладут. Она туда руку сунет, а захватила, а отпустить и выдернет, она уже не выдернет. Ее так и берут. Обезьяна. Раз она уже захватила, все, это бесполезно. Ее так с кувшином домой тащит. Вот. Пьянство, заботы житейские. И дальше заботы житейские. И вот все стонут. Я говорю, ты маленько-то прикинь, в Австралии показывают, сколько змей в комнаты заползают, прямо кобры. Смертельно, 5 минут человек умер. Разные вакцины, прочие, на всех змей еще не выработаны. У нас ни одной нет змеи. Никуда не заползают. Ни эти скорпионы, которые у них там у туркменов, у других нету. В другом месте крокодилы. Крокодила-то вообще жавнула нету. У нас нет крокодилов, купаемся все. Бегемоты. Он бегает быстро, как лошадь. Никогда не думал, с какой скоростью он несется. Бегемот. Он как тумба летит. У нас нет этого. И где не посмотришь, все что-то там такое. У нас вода. Мужчина один воду в прошлый раз мы показывали, в прошлом году, наверное. Вот 35 лет, что ли, потратил, чтобы провести воду. В горах один, а у нас копай, пей, сколько хочешь. 270, кажется, 5 тысяч тонн воды, я посчитал во всех прудах. 275 тысяч, это почти вообще 500 составов полных, даже больше. Ну и как? Как можно нам-то здесь роптать, когда все растет, благоухает, и арбузы есть, и у кого-то виноград даже растет, не говоря уж про картошку. Ну, колорадский жук донимает, но матушка с ним поправляется как-то. Научает она по интернету, нужно так немного спирту налить, чтобы они не утонули, и когда они уже напьются, их выпустить. И они делают такие шаны, и всех остальных разгоняют. А другие говорят, вот набрали их, там, я не знаю, кипятком или чем завари, а потом брызгай. Им такой запах у них начинается, и они, говорят, уходят тогда. Уходят, говорит, и начинают на других плантациях воевать тогда, они там тоже. А на другой день два раза больше, о чем, говорит, сами вернулись и пленных привели. Не заботьтесь, что есть и петь. Не заботьтесь. А главное забота, а как он завтра будет, а как? Дети, в город надо учиться, как? Что? Бог усмотрит. У нас дед
мамин отец, Егор Илларионович, а мать Мария Егоровна. А они трое там через год родились, Макарий, Филарет и Мануил. И все, время-то подошло, они бригадирами были. Как, дед Егор, ты женить-то их будешь? В рот-то спиртного не берешь, а без спирта-то как? Никак. Он говорит, да как Бог даст. А вот она война. Всех забрала и женила, ни один не вернулся. Моя мама так одна осталась. Так что раньше времени не плачь. Другие позаботятся. Это все предусмотрено. А о чем молитва? Итак, посмотришь, молитвы-то наши. Ну, кто-то поехал, благослови, сохрани. Урожай. Ну, все остальное. И это нам не запрещается молиться. Но надо помнить главное, духовное продвижение, рост духовный идет или нет. Или вчера, позавчера все на одном месте стоит. А в чем проявляется милосердие, кротость и смирение, вот эти качества сатана страшно не любит. Если бы сегодня милосердные люди были, ну справедливо, полиция вообще не нужна, суды, прокуратура не нужны. А зачем? Закон написан ведь не для праведников, Павел говорит. Ну, там такая статья или что. Написан для грешников, которые нарушают. А что вы не нарушаете? Умышленно нет. И написано, верующий в Сына Божия не грешит. Нам так это страшно, как я же великий грешник. Умышленно никогда не грешит. Но бывает, это споткнулся, я не хотел, бомб в чужое стекло ударился, разбил. А не так, что сказали, как у меня мать, там Семен Пешков рядом жил, и говорит, Мария, Тихон-то где? Ну, в контору ушел, там собрание. Когда он в Груни зашел, он в Груни, тут на углу, живет где Глушков. Мать моя сразу говорит, подумала, возьму палку, пойду окна переколочу ей. А потом думаю, и скажут, дура ты, Мария, а что ты сделаешь? Пошла, тихо не было, я пойду на собрание. Пришла, как огурчик сидит в первых рядах. Я тогда Семена, Семен, ты что сделал? Я еще эти окна в груди не переколотила. Тетка Мария, я просто посмеялся. Вот и все. А он сидит, знать еще не знаю. Никогда не надо спешить с выводами. Человек только умер. Все, царство ему небесное. Ничего мы не знаем. Антоний стоит, а там папа, кто говорит, смотри, умер кто-то. И ангелы душу несут. Спасен? Он говорит, нет, подожди. Проходит одно мытарство, второе, третье. Ну все, нет, говорит, не все. Наконец дверь райская открылась, и оттуда рука. И ангелы душу передали его в рай, и двери закрылись. Он говорит, слава тебе, Господи. Вот теперь все. Вот как надо быть осторожным. Уже вошел, двери закрылись, все, теперь уже все назад, выхода нету. Нам, говорит, пропасти переходит. Это жития святых нам свидетельствует. А так считаешь, всегда, там, баптист, там другой, перешел к Господу. А я Насте говорю, она перешла к сейчас. А Бог, я узнаю, где она, мы молимся, она защищалась, но остальное перед Богом. Я никогда не буду говорить, ну что, все, спасен. Это дело закрытое. Почему 4.5 1 Коринфянам говорит, никак не судите прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда каждому похвала будет, тогда, не раньше. А тут уж он умер, тут все, и улыбка на лице. По виду умершего нельзя решать, где он будет. Вот Паисий идет по городу, а город, траурные флаги везде висят. Умер человек, такой, все говорят, знаете, это столетие один такой рождается. Он говорит, а где? Да вот там. Он пошел туда, народу, правда, много, попы, молятся все. А он видит, стоит сатана, и трезубцем его бьет, и сердце вынимает из него. Поют, идут со святыми у покоя раба Божьего. А он видит, в это время демоны свистят, кричат, хрюкают. Пеплом сыплют, зловонной водой кропят. А дьявол говорит, да будьте вы прокляты, христиане. Человека по винному всяким бедам прокурора хоронят. А вы царство ему небесное.
Один Бог знает только. Это житие святых. Симеон Юродиев видел. И это похоже на правду. Вот мы видим, по признакам, да, можно судить. Близко-близко, потому что правитель все делает наоборот, как будто чтобы весь народ обозлить. Вот этот пенсионный возраст от них всех отшатнул. Сейчас Путин только рисует за решеткой, сидит там то другое везде. Они потеряли всякий авторитет. Какой? Спрашивается, какой специальности вы? Балерина в 60 лет будет танцевать перед тебе. Ноги-то уже не шевелятся. На пенсию-то идти. На сколько? На 3 года, что ли, позже? Ну, балерина уходит раньше. Ну, да. И тоже это рассчитано как раз ее физические способности. Не профпригодно. Да. Показывает, какая пенсия. Пенсия на наши деньги в Швеции, кажется, в 20 раз больше. Как это там? Ну, так. Они больше с них высчитывали. Пенсионный фонд, его никто не трогает. А тут пенсионный фонд, известно куда. Люди вкладывали, вкладывали, где еще режут. Сейчас опять именно 3 каких-то варианта, куда ложить, чтобы тебе больше пенсия была. Не знаю. Вот во все это ты должен вникнуть и сказать, пришествие Христа близко, так жить нельзя. Так живут, как будто бы, чтобы ни один человек за них не заступился. Эта власть никому не нужна будет. Коммунисты уходили с власти, когда ни один никто не вышел. Ну, на танках проехали, там трое сами виноваты, погибли. Все, и власть рухнула. Гитлер не мог ничего сделать. А у Гитлера там 200 с лишним дивизий было. Интересно, я говорю, уже в Ветхом Завете, да, были такие пророчества, встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. То есть, ну, когда что-то надвигалось, да, какие-то там, может быть, войны или как. То есть, ну, кто это, пророк Михей, кто это говорил, что лучше уйти отсюда куда-то, где-то, где безопаснее, да, там. Раз так, встаньте и уходите. Главы эти очень суровые, страшные. На поле берется, один оставляется. На постели один берется, другой оставляется. То есть и рабочие, и выходят те, которые не горбятся, и тоже спасенные будут. Павел не желает, чтобы трудились своими руками, чтобы было еще уделять нуждающимся. С какой целью это все? Нуждающимся. Вот это милосердие, это оно. Давай, 37-38 стихи. Днем улучил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Леонскую. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Толкование. Евангелисты, особенно 3 первые, не передали очень многого из того, чему учил Господь. Правда, и сам Иоанн умолчал об очень многом, однако ж он сверх того, что писали трое, изложил некоторые высшие уроки Господа. Господь, как можно догадываться, многим и высоким истинам учил собирающихся во храме, что евангелисты сказали немногое, ибо не желали объявлять всего. Это видно как из многого другого, так немало можно заключить о всем из того, что они, тогда как Господь учил почти 3 года, записали так мало его уроков, что, по моему мнению, не заслуживает порицания тот, кто сказал бы, что их можно было бы передать менее, чем в целый день. Итак, святые евангелисты из многого написали немного, чтобы лишь только передать вкус сладости. Господь говорил не со всеми одинаково, но каждому предлагал полезное. Поэтому народ с утра приходит к нему, ибо благодать изливалась из уст его, а ночью Господь удалялся на гору, показывая нам, что во время тишины ночной нужно беседовать с Богом, а днем во время столкновений с людьми приносить им пользу, и ночью собирать, а днем раздавать собранное. Сам он не нуждался в молитве или общении с Богом, ибо сам, будучи Бог, не имел в чем бы ему смиряться,
но для нас положил это в образец, чтобы мы во время ночи, подобно колодезям, собирали в себя сток из духовных жил, молитвы, а днем из нас вычерпывали бы те, которые нуждаются в полезном. Смотря на то, как тогда народ с утра приходил к Иисусу слушать Его, иной сказал бы, что к Нему идут слова Давида: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя». Псалом 62 стих. Вот так, если Господь принял нас, мы ходили, устали, наверное. Мы же привыкли, даже работа тяжелая, нам как-то, более понятно, это. Это детишки маленькие. Как только идти в церковь, в лагере было, а батюшка будет. Если батюшка будет, для того, что даже самые ленивые готовы пилить дрова, берем как они идти, длинно, ни конца, ни края нет. А это блаженство Серафима Саровского в прострации стоит, еще не видит, лицо сияет, руки поднял, опустить не может. Как так? Та же самая служба. У нас сегодня кое-кого нету. Барабаши куда-то уехали или что? Ерему я видел, он коров принял. Игорь что-то сегодня нет. Утром он был же. Сейчас нет. Благословен Господь, дает эту возможность отдохновения у ног его. Это благая счастье. Так говорит, Мария избрала благую счастье. Марфа нужна, но главное – это Мария Сергеевна. Или у нас согласны каждый день на кухне пропадать, чтобы только Словом Божьим не заниматься. Иные готовы как угодно пасти, лишь бы в храм не ходить в воскресенье. То есть вот такой привязки богослужения нету. Но если не богослужение, а так молиться. Ну а так еще. Ну просто псалмопевец Давид в псалме пишет, что это. Я обрадовался, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Да. Обрадовался, когда сказали мне, пойдем в дом Господень, там сейчас будет шестичасовая служба, потом еще молебен, да, водосвятие, да? Он от этого обрадовался. Я думаю, что там все по-другому было, не как сейчас. Надо учить как-то в это входить, не знаю. Я вот уже просто так, чтобы ты тоже примерил к себе. Начинаю считать «Отче наш». Читаю на русском. И чувствую, где-то умом отвлекся. Я досчитал. Постоял маленький сон, начинаю считать. В конце размышляю и вижу, что опять я где-то отвлекся. Я третий раз начинаю считать. Умом сцепляешься за то, что сейчас было. Я об этом молюсь, представляю. Воображаю, молюсь, ощущаю теплоту, потом бац, уже поплыл в другую сторону. Меня спрашивали, когда я в университетах вел занятия, как избавиться от этого? Никак. Повторением, настойчивостью и добиваться. А вот один раз молишься, на душе так легко, слезы, душа ликует, а другой раз прям давишь себя селом, селом. Какая молитва дороже? Зато вот так, когда селом. А когда ты радуешься, плачешь, ты уже награду получил. Тебе Бог посетил, у тебя все в радости, там тебе награды уже нет. А когда никак падал, так поклониться не могу. А я все-таки добился, вот это дорого. Это твой труд. Вот если бы мы понимали это, не могу, а все-таки перемогу. Как так? Вот и когда уже себя к этому приучишь, это навык, навык. Дети. И навык этот приобретают не сами, а когда видят в родителях. Я считал один рассказ, кто-то пришел, а девочка помолилась, сразу в другую комнату вышла. Видите, отец на коленях. Я не знаю, протестанты или православные.
кто-то пришел, она заглянула, а папа не может, он с Богом разговаривает. Ребенок, лет 5, с Богом разговаривает, у нас она так скажет, учить надо. С Богом связь, он родной и близкий. Я ему все говорю, они так, как есть. Вот за это я благодарю, семикратно в тень, за суды его. А его суд вот такой. А вот сейчас на нас нападает этот Амогуслав, да конечно могут. Храм Христа Спасителя взорвали, не дрогнули в советское время. Архитектор-то спрятался вовнутрь, а его вытащили оттуда и взорвали. Главный храм страны, и главное, в честь победы над Наполеоном, а эту победу отечественную называется, первая отечественная, ее признавали коммунисты, а храм взорвали. 57 тысяч храмов было, а осталось только 400. Это 56 600 храмов взорвали. Это вообразить нельзя, какая была красота, какие, ну, храмы, это не наши кельи там, курятники. И все, рушили и рушили и рушили. А храмах, которые они взорвали, там что, описано, ну, икона, и Христос, это штыком проткнул Христу рот, папиросу вставил, покури, товарищ, пока мы здесь, над иконой. И будет день, когда люди будут говорить, а как так, а почему? Вот они 4,5 миллиона комсомольцев пошли в плен в первые же дни. Из них там, не знаю, четвертая часть их осталась живых. Мороз уже осенью, и ни лопаты нет, еще вот так на голом снегу, на голой земле лежали, еще есть не дают. Вот теперь вспоминали, как раскулачивали, как комсомол резали. А вот теперь, конечно, все. Да как, где, как? А никто не спрашивал. Он считает судьба человека. Он только подошел, я верующий, я не могу, мне на двор надо, давай стучать. А тот как полосанул оттуда из автомата, а когда двери стоит церковь, ему в церкви оправить все надо. А он не может, он верующий. Он сразу там человека 3-4 убил и все. Это пишут люди, которые видели. Вот уж забудь, что храм, делай свое дело. То я не могу. Спокойной ночи, братья, вам. Один у нас говорит в Барнауле. Я, говорит, в Алма-Ате был, там, говорит, старый проповедник вышел. А видит, там половина спят, братья и сестры, сильно не шевелитесь. Наши дорогие сестры всю ночь молились, и сейчас они отдыхать пришли здесь. А потом голос какой-то, что, нажрали жирного, спать пришли сюда. Ну, как все, нажрались жирного-то. Поэтому сон и душит, сон и давит. Ни пищи, ни питье, устроили царство. Глава 22, 1-6 стихи. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. Остановись. Праздник опресноков. На Пасху ели кислый хлеб? А ты ссылку посмотри. Если кто-либо на Пасху 7 дней вкусит хлеба дрожжевого, да будет предан смерти. И поэтому они уже заранее, и маленькие мальчики в погребе смотрели в крысиные норки закладывали, чтобы капля не попала нигде. Смерть. Только пресная. А Господь совершил-то в какое время? Пасхальное? Ну-ка. Так уличи едим. А? Так уличить они на дрожжах. Вот то и оно. Ну а теперь мы смотрим, как Христос совершал. Итак, с этим шутить не приходилось. Смерть. Кто вкусит квасного, да будет предан смерти. Вот искупление фильм показывает, они в обрядности сохраняют. Сейчас придет глава семьи и будет искать, а они этот хлеб накрошили где-то. А может я деду скажу, где лежит? Ну ладно, скажи. И она показывает деда там, в верхнем шкафу. И он туда уже знает, где лежит. Он смахивает все, заворачивает, подходит в печку и бросает. Да будет уничтожено все квасное. Еврея бросает в огонь. И теперь опресноки. Первая литургия это была на опресноках. Чего там вдруг решили? Просто все сейчас квасное. Никакого ответа. Католики, их в 10 раз больше, чем нас. Они только на опресноках.
И главное, доказательства какие-то начинает говорить. Написано, и были опресточные дни. Прямо, когда читаешь Евангелие, были опресточные дни. Я согласен, я принимаю, я православный, но внутри я должен знать, что первая литургия была на пресных хлебах. Это один день, да? Да. Но оно-то переходит на все времена. И... Но мы должны знать это. А тогда еще нам неправильно что-то. Да зачем рассуждать-то? Ну, сказать мы можем, были дни опресников. Написано так. Пасха или опресники. Вот и все. Ну и что, Бога учить будем, когда Евангелие говорит. Выше Евангелия нет, и вон как уносят, поднимают. Перед Евангелием все на колени. И ангел, говорит, видел, нес посредине неба вечное Евангелие. Не какую-то книгу служебную, а Евангелие. И судить будет по Евангелию. Господь говорит, 12:48 Евангелия тела. Я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день. А значит, раз оно, все ясно, по нему надо жить. Для меня это в 62-м году наступило, я понял, все остальное, смотри туда. Если на этой дороге мне правила должны в Российской Федерации, мне нужны не египетские правила, не индийские, как на дороге ездить, как в этой стране. Вот и все. А какие в Египетские? Не знаешь какие, там нет прав никаких, и не относят опоры. Кто как желает, так и едет. И не может быть. Вся страна там. Ну а почему священники не говорят? Почему? Почему? И батюшка нам так очищает ключи, и мы едим. Да, мы едим. А надо хлеб пресный. Не надо хлеб пресный. Ребёшки сделайте и покушать один день, можно выкипить. Конечно. Столько лет уже никто не вспомнит, почему так получилось. Да, я не знаю, что это сейчас так получилось. Скажет. Профессор Кабалинович, да? Я так сказала, кто не знает, буду мало бить. А кто знает и нарушает, а буду много бить. Это нас и будет бить, как раз нас и будут бить. Да, нас и нас будет. Что сказал? А мы куличи не стряпаем, у нас нету. Что профессор сказал? Кабалинович. Вы угощены не дали. Это книга, у нас только в одном экземпляре, еще восьмая. Когда, в какой момент, какая молитва появилась? Какие посты, в каком веке? Последний пост только спустя 800 лет от Христа установили монахи. Так что 800 лет не спасались? Я православный, вопросов никаких. Я обязан исполнить. А я рассуждаю так, я его все равно исполняю, но у меня не любовь. Тогда я стал просить Господа, дай мне любовь, чтобы я посты эти делал с радостью. И Бог мне это дал. Вот сейчас отменит церковь, для меня это ничего не значит, я все равно буду исполнять. Я уже врос в это. А что, опресники тут? Что, вытяни слово, что ли? Так, ну, давайте дочитаем. Приближался... Даже осознать это, да. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. Искали пресвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками, начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Толкование. Никто не надейся на самого себя, но будь внимателен к своей жизни, потому что имеешь страшного врага. Что за истинный ученик тот, кто воровал опускаемые в ящик? Вопрос Иоанна 12:6. Таким образом, Иуда принял вошедшего в него сатану и согласился предать Иисуса, ищущим его. Ибо это означает слово «обещал», то есть окончательно заключил условия и договор. И искал удобного времени, когда бы застать его, Иисуса, без народа, то есть наедине, и предать им. Начальниками называют здесь начальников над зданиями храма или надзирателей за благочинием. Ибо римляне приставили некоторых надсмотрщиков за народом, чтобы он не возмущался, ибо был мятежен. А быть может, воеводами названы те, кои, принадлежа к составу священническому, имели военные должности. Ибо старая любовь к первенству, они вмешивались и в такие должности. Поэтому и называл их воеводами храма. Быть может, с тем, чтобы чувствительное задеть их. Чувствительнее задеть их.
часто говорят, вот я бы тогда был, я бы никогда не сделал, как фарисеи сделали, я бы Христа любил, ходил бы, приглашал бы, он меня обедал. Вот в Англии решили, говорят, сейчас, свобода там. Вот человек будет поступать во всем как это, против, там это фарисеев, против саддукеев, ну там разделили, кто это фарисеи, саддукеи это. И английское судопроизводство этого человека, который роль Христа играл, приговорили к смерти. Ну это как проба была. Вот сегодня бы Христос был и так же поступал, точно так же поступили бы с ним. Он же отметал это все. Налоги отдал мне, отстать, главное это душа. А задача правителей мира это не это, людей манкуртами сделать. Чтобы вообще мозгов не было. Чтобы начертание зверя приняли 666. Задача-то другая совсем. А Христос это все отвергает. И вот, как главного врага, говорит, вам в Англии сегодня приговорили к смерти. По сегодняшним законам. Нечем удивляться. А то демократия. Не так просто все это. Но мне кажется, его бы сегодня бы в нашем православии отлучили бы и анафему бы положили сразу. Еще он с Никоньянами тут знается. Это он старообрядец. У него и пальцы у Христа, как у нас, сложены. А Христос, говорит, двумя крестами крестился. Да его не было вообще крестного знамения. Как бы он крестился, так креста-то еще не было. Ну, Голгофа-то не было еще. А сегодня с пальцем сделать букву И и Х, перепривить, все. А о Христе никто не думает даже. Если о Христе, а куда ты благословляешь? Налево, направо. Владыка, благослови. Благослови, как у Андрюши Долгова, ну, Владимир знает, как. Пап, благослови, Бог благословит, сынок, иди. Он в дверь, я говорю, Андрюша, а что у него в сумке, такие сумки тяжелые? Не знаю, так ты верни, он вернул, а ну-ка открой. Пап, ну зачем это тебе? Открыла там полные бутылки вина. Он пошел на Сабантуй, на свой там девки, где ждут. Верный, при том человек, верующий. Очень-очень верующий, настоящий. Но привык так, Бог благословит. А сынок рад, раскрыл, а там одни бутылки, огромные бутылки вина стоят. Вот и все. Пап, благослови. Я вот сегодня с одним человеком разговаривал, говорю, Писание написано, 7.39 Сираховый, кто ни во что ставит малое, тот мало-помалу придет в упадок. А тут копейка какая-то, а тут подумаешь, какой-то рубль, ну что тут там, кирпич хлеба там это где-то. А из этого все состояние складывается. Где не посмотришь, прям сквозь пальцы все утекает. Так нельзя. Где-то что-то можно обрезать, где-то соскоблить. Сейчас я не знаю, кажется, у болгар у них так невесту проверяют, какая она. Дают ей большой круг сыру. Ну, а сыр-то там парафином покрытый, как в магазине продают-то. Что она будет с ним делать? Она начинает срезать. Срезает она и захватывает слой, это растранжирит. То есть у нее сквозь пальцы утекает. А другая начинает полотенце вытирать, а это грязнуля. А что нужно делать? Боком нож ставят и соскаблим, как морковку, когда мы чистим. Сбоку, вот так. На самом малом сэкономим. А мало-помалу, глядишь, и что-то где-то как-то. А то одна у меня знакомая звонит, и прерыв на телефон, раз, звонит. Я говорю, ты что делаешь? Это мне сестра с севера прислала, это не мои деньги. Так ты же на них отвечать должна. Как отвечать? А ты как получила? Растратила и все? А как Павел говорит, никому ничем не будь должен, кроме взаимной любви. Я рассказываю. Я когда проповедовал, а бывает люди сильно нравятся, на площади где-то, они мне в карман деньги. А я дома-то раз, 15 рублей натолкали. Старые-то деньги это было. Я должен, у меня правило было, я должен к ним приложить 2 рубля и отдать. 15 положили, я 17 отдал. Чем больше кладу, тем я беднее делаю. Так я как огня боялся. Сам себе придумал такое правило. А здесь, а мне сестра выслала с севера. И что? На каждом пустяке рядом 5 шагов звонят. Лежу, у нас стоят ворота. И на ворота на один стоит, а тот на той стороне. И разговаривает по телефону. С разной стороны. В храм уже пришли. Мало-помалу придет упадок. И чего не будет.
Человек куда попало деньги тратит. Вы знаете, сколько идет вот эти макияжи, педикюры, на украшения-то? Ой-ой-ой. А я Златоуст говорит, чем больше женщина красится, тем безобразнее делается. Это подчеркивает, что она никакая. Тебе Бог что дал, то и есть, естественное должно быть. Бог не дал красоты, говорит, на полтинник ее не купишь. Все. Поэтому тратятся соки. Консультанты и были. У нас тетка была, отцова сестра. И она умела экономить. Ну так получила, корову-то дой. И все это как-то могла продать, там же железнодорожникам. У нее всегда были деньги. И наша, ну, родная сестра моему отцу, всегда занимали у нее деньги. А она никогда не занимала, одна без мужа. Кажется, трое ребятишек было. И мне интересно так было. Масло иногда появлялось, а сметана, она их, видимо, сдавала все. Я с ним, брат, в прошлом году в Польше умер, Иван Мещиков. Так вот, ни сливки, ни масла никогда не ела она, видимо, не давала ей. А он крепкий, здоровый мужик, там, передовой рабочий. А от этого я до того удивлялся, как. А мать говорит, так она им не давала, она продавала, чтобы деньги-то были-то. И они выросли, и не нужны. А я люблю сметану. Сметана за сторожку, вот хорошо. Доказательство, что на постном вырос крепкий, сильный человек. Да. Вот так вот, мало-помалу. О чем мы говорим? Надо все отсюда брать. Тогда к тебе будут обращаться. Ты будешь головой, а не хвостом. К тебе будут обращаться, говорят, а не ты. А знаешь, как через кого в долг задаешь-то? Можно друзей хороших приобрести. Я вот на работе был. Ко мне обращались, называли палочка-выручалочка. У меня 32 человека взаимно брали. 32. У меня стрелка идет, тому дал, обратно дал, нет. А если долго его нет, ну я его в следующий раз отдаст, больше ему не дам. Один подошел, спрашивает деньги. Я говорю, так вон кладовщики, подойди. Да я прошел, нет у них денег. Они сказали, нету. А идет кладовщица одна, Жданова Любовь. Я говорю, Люба, зайди-ка сюда на вахту меня. Так. Люба, у тебя деньги есть? А сколько вам надо? Я говорю, ничего не надо, слышишь? Тебе что она ответила? Она сказала, денег нет, а мне сколько надо? Это разные слова. И весь сказ. Меня повез один Роман назвать. Фамилия Роман Иван Иванович. И в Новосибирске. Ну я, машина сломалась. Он меня довез, ували там, скинул. Поехал, машина сломалась. Он к ним вернулся. И они ему дали денег на ремонт машины и прочее. Так он вернул на другой день буквально деньги и другим всем рассказывал, какие люди. Первый раз меня видеть, такие деньги дали. А машину там, это деньги надо было где-то. Вот, вот тебе твоя молва, твоя биография. А денег бы не было, что бы дали? Поехали. Вот у нас всегда, я повторяю, у нас полтора часа в городе идут занятия. Ну, вы в городе, а мы в деревне. Ну, так, маленький вопрос. Кто знает, Барабаш Игорь, горох, который за Масоловским лором, травил или нет? А поле чистое? Ну, Бог его знает. Да мне кажется, наверное. Если оно чистое, правильно. Дело в том, что вот Аполлинария, Полина она, красненькая, и она говорит, я им обещал, говорю, мы Барабашу скажем, он сказал, да идите, берите, ну сколько там возьмешь, когда у него поле там, это. И она это поле-то спрашивает про это поле. Я говорю, я спрошу. А этот аппарат через 2 часа уже не действует, можете спокойно, тем более дождь прошел 2 раза сильнейший. Так что... Смотри, поешьте, ничего не будет. Он очень дорогим, брызгает, и он говорит, через 2 часа уже все. А горох-то какой? Раньше совсом, говорю, он по овсу поднимался. А сейчас стоящий, стебель стоит как по солнцу. Да? Это какой-то сорт у него специальный. Да. Но... Вчера смотрели, дорога, то на рапсе остановится, пощупает какой. А вот здесь, у меня, говорит, этот ячмень пустой. А почему? А там ответ дается, какая-то черепашка ночью вылазит и соки высасывает, все. Вот так. И у Жени, говорит, урожай там 47,
А у меня, говорит, там 23, я то рад, говорит, как. Чуть не в два раза больше урожай. Ну, там агротехнику какую-то, все это. Я, говорит, так не могу. Подошли, я говорю, маленькие, плоские еще такие, огород. Нет, говорит, там внизу он уже созревший. Он снизу начинает. Да. От Светы Зайнутдиновой всем поклон. И от нее я узнала, что баба Дуся жива, и ей уже 102 года. Баба Дуся Потеряева жива, и ей 102 года. Мы с ней заезжали. Все, в разуме и ходит еще. Она и говорит, а священник меня как любит. Все время говорит, дайте ей стульчик. Мы заехали, она меня не отпускает. Я говорю, у нас, мы даже сегодня еще в другом городе быть. У нас каждый день нужно было 5 городов проехать. У нас больше никак мы не могли сделать. Мы и уехали, отняли, даже ругали. Говорю, ну еще не могли вы остаться? Нет, не могли, никак. Ну, побыли, поприветствовались, узнали. Дальше у меня главная цель-то – встреча в библиотеке. Это же надо 102 года. А какую жизнь прожили? Ужас, не дай Бог. Вот Рыжковский-то ихнику. Вот сослали, ведь на телеге нас посадили, что там с хлебом с собой возьмешь. Вот и все. И по Колпашево там паритеты их высаживали, а тятенька говорит, зима, ветки мы, ребятишки, собираем, он говорит, зажег, чтобы землю прогреть, и сверху это, и там спали. А дальше там вообще кошмар, без слез не заслушать. Что там? И что там? Игнатий, за вашу жизнь попадались вот иконы, где Иисус Христос с мечом? Христос с мечом? Да. Нет, не видал такого. Ну, просто недавно увидел такую икону там, ну, в интернете сделали пост, и икону такую, ну, по всем правилам нынешним, что она не такая, не современная, то есть как бы икона, все, стоит Христос с мечом, сбоку здесь написано, что слово мое, там, как обоюдоострый меч, и мне непонятно. Думаю, при чем здесь меч, когда он стоит, он, ну, не просто как-то держит, а рука такая, то есть, ну, понятно, тут же слова, кто меч возьмет, тот от меча и там умрет. То есть, кто это пишет, такие иконы? Не знаю. Уже прям настолько уже как-то обезумели, или как так можно вообще одно с другим? Если вы о Слове Божьем говорите, так нарисуйте ему книгу, значит, Библию, какой-то свиток там, что Слово Божие. А что нарисует, я не знаю. У нас в Барнауле Покровский собор один вот такой. Христос сидит с самарянкой и говорит, а сзади краник, и вода течет в колодец. И вот такой краник, говорит, колодец глубокий, а подчеркнуть настоятель говорит, тут еще кто-то что такое, ну-ка замазать. А в Новосибирске были, там так, воскрешение Лазаря. Лазарь идет из могилы, руки раскинул, улыбается, а Господь говорит, развяжите его, он связанный, перепеленный ты был-то. Ну он совсем даже не считает, не знает, неверующий. А там наверху нарисовали, они как-то совместили два праздника преображения, что-то такое еще. Настоятель, ну что, говорит, снова ведро краски покупать, замазать все. У меня веры-то нет. А нарисовать с каким-то смыслом, как у католика, Рафаэль рисовал, у них ума не хватит. Там фигура Бог Саваоф и Адама пальцем касается, когда тут смысл заложен, как оживотворяет его. Прикосновение. Или Сикстинская Мадонна, весь горизонт, все это ангелами покрыто, и она идет, несет сокровища миру. Рисовать это... Мне, у нас был Матюшин такой даже, кто-то знает его, Алексей Матюшин, вот рисовал. И он там рисует. Ну, я его один раз, другой сказал, он согласился, что... Ну, просят так. Ну, я не хочу это бросить. Я говорю, ты не бросишь уже, ты привык, это кормушка твоя. Да нет. Ну благословите, бросите. Ну бросил, потом опять. Я там не дописал одну икону, можно я допишу? Меня спрашивают, а сам в Казахстане. Ну я же тебе говорил. Ну я забыл про ту икону большую. Ну допиши, но на этом ты не кончишь. Это как идолопоклонники. Иконы нету. Как старая бляса, приехал тут один, Болотов Саша. Помолиться некуда. А наша Дуся ремонтировала как раз что-то там у себя. Как нету? Но иконы нету. Она побежала сразу деревянной иконой на подоконник. Вот теперь дело другое поклониться. Это самые настоящие идолопоклонники. Иконы нету. Да Бог есть Дух.
И таких поклонников себе ищет он. А таких, которые на предмет, таких полно. Это нам помогает. Я воображение свое не настраиваю, оно ну, видно. Но не больше того. Иконы нет, помолиться некуда. Да икона такая. Вот батюшка сейчас был там в Америке, они идут в столовую. Столовые, архиереи, священники за собой тащат икону. И с ними присутствовала Иверская икона Божьей Матери. Совещание какое, икону за собой, и везде пишут. Выступил такой-то, тут была икона, то есть это уже безошибочно, икона наблюдает за нами. В столовую идут за собой икону тащат. Не сильно голодная она. Так, я хотел вам зачитать, что я вчера везде раздавал и писал. Я скажу там вчера. Вчера сейчас отсылаю. Вот. От Лапкина Игнатия Тихоновича, рожден 10 июня 1939 года, проживающего сейчас Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка, улица Марии Лапкиной, 8. Крик о помощи, название вот такое вот. Это послал Путину, Владимиру Владимировичу, президенту, Медведеву, Дмитрию Анатольевичу, председателю Совета Министров, во всю Думу, а то вот третья в Думу, отдельно Миронову, это Справедливая Россия, глава этой, отдельно Жириновскому, ЛДПР, отдельно Зюганову, КПРР, и Поклонская, одна такая смелая женщина, в Крыму была, ее привезли сюда, она сейчас депутат, Наталья, кажется, Викторовна, Владимировна, да, очень смелая женщина. Ну и получилось 7 семерым. Ну и считаю средства массовой информации. Это сейчас, так вот к ним я документы еще предлагаю. Вот послушайте. Крик о помощи. Помогите во имя Иисуса Христа. Господь Бог позволил мне в 1972 году основать детский православный трудовой лагерь «Стан» в честь священномученика Климента Анкирского. 312 год от Рождества Христова. Память его 6 февраля по новому стилю. За 45 лет существования этого уникального во всех отношениях лагерь «Стана», в нем иногда и вместе с родителями отдохнули тысячи взрослых и детей почти со всего Советского Союза и мира. Были попытки закрыть лагерь «Стан» через санэпидемстанцию из-за несоответствия их нормам. За 45 лет у нас не было ни одного заболевшего, поврежденного, утонувшего, отравленного, сгоревшего. За летний период обычно было в среднем 109 человек. Ни я, Лапкин Игнатий, ни обслуга, никто за эти 45 лет не получил ни рубля от государства. Все волонтеры во имя Христова. В 1990 году появилась внезапно возможность все устроить по нормам. Спонсоры сами вызвались. Люди как раз перед концом перестройки, очень богатые, и прямо говорят, я не знаю, куда деньги деть. Деньги просто сумели так сделать, деньги-то. Ну давай, построим, я говорю, корпуса по два этажа, отдельно женский, мужской, отдельно столовый, отдельно там, ну все как положено. И асфальтную дорогу, да, это, согласна. И в это время я перед дальше. Вот тогда и я обратился Корчинский совхоз, сельсовет, выделить мне земли. Предлагаю документ. Выделили 3 гектара на 10 лет. Прилагаю документ. На улице построить это на 700 человек. Это не игрушка. Наша деревня Потеряевка исчезла в 1972 году среди других 21 тысячи погубленных сел. Замысел был устроить лагерь «Стан» на 700 человек. Но на следующий, 1991 год, Советский Союз распался, и все наши договора потеряли силу. Но лагерь «Стан» в прежнем своем составе продолжал существовать до 2016 года. Из выделенных 3 гектар я не взял ни одного квадратного метра. Но мы разровняли большую навозную кучу на месте коровьих ферм, и на ней построили мазанки из прутьев или досок, которые называли курятниками наши недруги. Кому же они так мешают ныне? Это занимает 0,09 гектара. 9 сотых лагеря. Среди крапивы на большой навозной куче, не занимая ни одного квадратного метра сельхозугодий. И чтобы построенное для детей самоотверженными людьми сломать,
Только беспокаянным извергом может прийти такая богохульная фиксия идея неисцельно больным людям, истинным врагам Бога и народа. Этого коммунисты тогда никогда не говорили ни о том, не помышляли даже, чтобы сломать готовые постройки. Нет, никогда коммунисты, которые даже намека не делали, что сломать. Мы сохранили все эти постройки и передали их в дар поселку Потеряевка, восстанавливаемому с 1991 года с нуля. Эти постройки на навозной куче 0,09 га входят теперь в территорию деревни на всех планах. Прокурор села Мамонтова Королев М.В. настойчиво шлет указы в сельсовет Корчина, чтобы эти постройки, превращенные ныне в музей-комплекс для бедных лагерей, снести с лица земли. Вопрос: зачем? Полагают люди, что только для того, чтобы не было памяти о том, что живущие в лютой бедности сумели дать возможность тысячам взрослых и детей счастливо провести летнее время, сделать то, что не сделали все вместе олигархи, разворовавшие Великую Империю. Читаем «Московский комсомолец» на Алтае 11-18 февраля 2009 года, страница 5, «Острый уголок», «Разгромленный счет». О том, сколько ныне беспризорных в стране. Беспризорных совсем. В среднем сходятся на 3 миллионах. Мы желаем и уже делаем возможным посещать наш музей-комплекс для бедных лагерей на месте бывшего Лагерстана, показать, как это организовать по всей стране, дать этим миллионам наших граждан шанс стать настоящими людьми. Кому-то это кажется лихом. Музей уже работает в частном порядке, пока без регистрации. Просим приехать к нам посмотреть на месте, убедиться, что мы ни одного квадратного метра доброй земли не украли, рейдерством не занимаемся и самовольно ничего не присвоили. Посодействуйте сохранению музея. Земельный отдел заверил, что если бы были тут свинарники или телятники, то никто бы никто бы не тронул. Свинарники, телятники выше, чем детские лагеря. Звонили сейчас в земельный отдел, надо провести его, мы выкупим. 9 соток, это же не под каким видом. А теперь выкупать-то нельзя, потому что земля все равно потеряется. Как у самого себя выкупать? То есть безумие полное. Ну, смотрим, что дальше будет. Интересно, у исхода Господь говорит Моисею: иди фараону, чтобы он отпустил народ. А фараон, может быть, лежал дома, отдыхал и говорит жене: а что их держать? Жена попросила: ну отпусти ты их, и все, может быть. А Господь говорит: иди проси, а я ожесточу его сердце, и он не отпустит. И как только сказали: там Моисея убери, сразу что-то закипело: что их отпускать, рабы, пусть работают в колхозе. Ты иди, а я ожесточу. Не так, что ты иди, а я смирю его, он тебе все сделает. Наоборот. И вот этот человек как-то подпадает. Он все понимает, но ничего не может сделать. Когда я с ним беседовал, с прокурором, а он мне говорит, наконец, молчал и молчал. А этого, чтобы за двери вышел, Леша не захотел. Ничего не записывать. Он не хотел меня принимать никак. А я секретарю говорю, он пожалеет. А сейчас он никак. Пятница, тот день, который приехали, он неприемный. А внизу написано, если человек издалека и другой, то принимать любой день. Мы издалека, мы едва проехали на машине-то. Ну, я тогда говорю, я сейчас лягу, дверь открывается в эту сторону, от прокурора лягу, дверь, прижму пузом, и буду лежать, он через меня будет перешагивать. Я не уйду. И он еще пошел, помощник, когда он говорит: ладно, заходи. Вот скажет. Еще беда-то какая. Ну дальше я говорю, вытаскиваю книги, вот подарить хотел, рассказываю ему, где был. Он не под таким видом. А потом он ей говорит: а вы в краевой прокуратуре были? Я говорю, вчера только были. Были? Я говорю, да. Он посидел маленько. Я не сам делаю это. Мне указание дано. Вот и все. Значит, ему указания дают. Указания выше его только краевая прокуратура. В краевую иду, та дает ответ: этот прокурор на вас ничего не имеет. Это только сломать эти строения.
Теперь я пишу генеральному прокурору Российской Федерации, туда написано уже, ну, вот как здесь написано, так и там. Что они будут, как, не знаю, но озвучено все-таки будет. Интересно, вот материал составили мы такой, теперь, а можем вот это послать не бумагой, я бумагой посылаю, а можем в интернете сейчас быстро, и они через одну, там, через секунду уже получат. Вставляют Лена, не идет. Она не пускает, и все. Почему? Там окно есть, куда вставлять, а окно сразу закрывает и не дает. Почему? А прямо в окне надо печатать. То есть заново печатать, сидеть. Я тогда стал думать, говорю, наверное, кто-то балуется. И чтобы этого не было, баловства, а копировать-то, что Ctrl-S, Ctrl-V вставил, все, уже пошло. А тут надо заново сидеть, набирать и печатать. Это по одной буковке. А буковок разрешено не больше 4000. Все высчитано. И Лена не могла сделать сразу. А я сейчас говорю, Лена, 4000 знаков ты наберешь. По одному давай. Сначала Путину напиши. А там у него юрист такой-то, отвечает на все вопросы, телефон бесплатный. Мы позвонили. Телефон высветил там или как. И показал, что с такого-то по такой сейчас ждать. Вчера. Я пошел в баню, а ребятам говорю, вы смотрите за телефоном, если зазвонят, вы ко мне в баню бегом бегите, подайте. Не было, ночь прошла, никого нету. Может быть, спрятались? А может быть, заболели? А по времени уже должны позвонить или так, там в течение нескольких дней? Конечно. Крепко молиться даже надо. Я тогда Лене сказал сегодня, знаешь, Лена, набирай помаленьку, одному пошлешь Путину. Потом, и надо документы прилагать. Она все эти документы, которые я имею, 5 документов, она их отсканировала, их ткнул. Одна минута, она прилипла, улетела, еще и улетела. И ничего нельзя сделать, пока текста-то нету. Но мы руки не опускаем. Так есть в электронном виде или нет? А какая разница? Ну, есть в электронном виде? Нет. Ну, это в электронном виде же есть. Есть. Ну, для вас это напечатано, конечно. А вы спросите, пожалуйста, этот текст в скайпе, в наш чат общий, пожалуйста. Бросьте. Там порядок определенный. Я должен зайти в почтовый ящик Путина. А ты не забываешь, это как обращение к Путину, куда там определенное написать. Говорят, Путин здесь или Медведев здесь. Я открываю, открывается графа, мое имя, фамилия, отчество. Теперь текст. Мы это написали, куда вставлять, она не вставляется. Можно ссылку дать, а этот текст в какой-нибудь в облаке сделать. Может, ты хочешь это? Вариантов вот сколько. Сходи к Елене Анатольевне. Виталий. Да, я писал. Елене Анатольевне, и подскажи, а то она не знает. Так а она здесь, или вы говорите, уехала? Ну, сходи, узнаете. Ну, в смысле, потом. Послать. И я еще хочу одному человеку показать. Вы текст этот в наш... Вот в скайпе, где мы собираемся, в сообщество, вы туда и... Да, в электронном виде только. В электронном виде? Да. Заходи, я тебе скачаю. Опубликуй. У тебя флешка есть? В скайпе, Игнатий Тихонович, на нашем занятии в скайпе туда скинь. Ну, в скайпе-то на нем такой материал большой нет, его рвать не начнет. Ну, либо в Word'е прикрепите, скиньте в Word'е туда. В Word'е же ну, есть. Нашем-то... Что там в нашем скайпе? Ну, идет. Ну, кто там? Давайте слышал. Ладно, я приду. Кто еще придет? Наталья Усатная. Валентина, как ты там? А мне надо там, я возьму человек, ну, что-то мне надо. Благослови, чтобы слово, сказанное от Тебя, принесло добрые плоды. Укроти буйствующих, желающих причинить злодейство. Умягчи их сердца. Открой им истину, дабы они поверили в Тебя, и в судный день не помяни их безумие. Прибудь с нами, Господи, скоси сердце этого Максима. Открой ему истину Твою святую. И нас помилуй и пощади, тех, кто приезжает и готовится к отъезду. Благослови их.
Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.